Травмы различной степени тяжести. В массовом ДТП получили 9 человек, в том числе годовалый ребенок. Госпитализированы 5. Обстоятельства произошедшего все еще выясняются, однако ясно одно. По предварительной информации, 50-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, двигаясь со стороны микрорайона Конищева в сторону центра города Рязани, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, после чего произошло столкновение остальных транспортных средств. Прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП с автобусом около моста через Трубеж. На место аварии выезжал прокурор Рязанской области Иван Панченко. В ходе проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдения установленных законодательством требований, регламентирующие порядок перевозки пассажиров общественным транспортом и обеспечения дорожной деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. В группе «Рязань ВКонтакте» появился пост одного из очевидцев с благодарностью в адрес пассажира автобуса номер 98. Цитата. «Хочу сказать огромное спасибо, низкий поклон молодому человеку по фамилии Фетисов, который спас сегодня мою маму и целый автобус в аварии на мосту через Трубеж. Если бы не он, то автобус улетел бы в речку. Когда он заметил, что водитель отключился, он смог перелезть к водителю, вырулить автобус, остановить. И все это на ходу, и очень быстро среагировал. Спасибо тебе огромное». Конец цитаты. Администрация Рязани просит откликнуться мужчину, который спас автобус от падения с моста в Трубеж, и позвонить по телефону 200 900. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».